Команды из Москвы, Краснодара и Майкопа приехали в Барнаул, чтобы остановить нашу команду и догнать ее в турнирной таблице. Однако хозяева в домашнем туре планировали играть по максимуму. Тем более, главная задача Алтая – занять первое место и выйти в премьер-лигу. Это элитный дивизион чемпионата России. У нас минус в чем, что мы в личной встрече-то проиграли Караганде. Поэтому мы должны этот отрыв держать, да. Если, не дай бог, будет что-то по очкам, то... Но мы еще с ними встретимся в четвертом туре. Помимо топовых спортсменов и давления родных стен, нашу команду ожидало ярое столкновение сибирской школы тенниса и школы центральной части России. А отличаются они серьезно. Наш теннис направлен на эффективность, а главный козырь гостей – эффектность. То есть там больше розыгрышей идут, больше люди заряжены именно в розыгрыше, а у нас идет подача и пару ходов. По итогу трехдневных баталий команда «Алтай» провела 5 игр, в 4 встречах одержали победу. А вот в важном матче против краснодарской команды, увы, проигрыш 2-3. В турнирной таблице «Алтай» идет на первом месте. До финального тура нашу команду с верхушки никто не пододвинет. А он, четвертый по счету, пройдет в Казани в конце апреля. Там-то все и решится. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком.